They're being invaded and don't have any defenses online. What is going on here? This is Goresh. The aliens swept through its defenses in days. The people responded with all they had left. Tribute. They serve the aliens? Serve, supply, survive. My God. Tell me they don't give them cause. They give them everything they ask for. Только не говори, что они дают ядра! О боже мой, он с такой интонацией сказал. Вообще ты. Ой, Теслы. Я, кстати, не заходил до этого уровня еще во второй части. Давай подумаем сначала, прежде чем стать башней. У нас есть 200 голды. Что можем сделать? Слушай, не-не-не-не, стой. Кстати, охренительная карта, я помню ее. Стоп, я, видимо, на ней играл все-таки, да. Я думаю, самым идеальным местом для башни будет вот здесь поставить пулемет. Сейчас. Прокурсор видно? Да, давай прокурсор видно. Вот сейчас что я сделаю, видно? А что ты сейчас делаешь? Я сможешь катать сразу. Бесоебишься, это видно, да. Слушай, я, наверное, построю вот здесь лазер. Все. Слушай, у них есть щиты, теперь пушка полезная. А, понял. Подожди, почему? Щиты. А, твоя пушка, Мишин. А что она делает? Посчитаем 30% урона. Ну, Тесла все равно эффективнее. Так, у нас голда. Ой, они бегут. Че, пулемет ставили? Наверное. Сейчас не трать, я еще один лазер здесь построю. О, нихрена лазер выжигает. А, слушай, нихрена лазер выжигает. Он еще и замедляет их? Подожди, че? Нет. Да. Да? На них стаки замедления почему-то. Слушай, а чё лазер так хреначит? Зачем там пулемет? Сколько он урон нанес? 450, а этот? А, ну слушай, ладно, может не настолько эффективно. Пулемет он неплохой. Так, давай здесь на башню усиления Теслу поставлю. А Тесла тут на 7 волне нужна будет, ты не торопись. Да зачем ты поднял? Зачем ты поднял? Чтобы она хреначила всех. Так сзади надо было поставить. Над лазером. Вот здесь поставить надо было. Слушай, мест много. Не будем просто. Зои, ты испортил как минимум две таверки. Да. Зои. Сам я вчера обещал об этом. Да, но нам Тесла важнее. А, ты имел в виду, что можно было Теслу взять? Ладно. Да. Ты прав. Минус 100 монет. Так, надо огнемет, наверное, построить где-нибудь вот здесь. Один. Так много огнеметов не строй. Много пулеметов. Ну вот много пулеметов, в принципе, можно. Блин, это делает ра-т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 а-
Не знаю, А почему они хилятся? Не хилятся. Почему-то и по самому урону почему-то не наносили, как будто бы. Блин, как лазеры жгут. Горячие пришельцы по утрам, да. О, да. Так, надо огнемет градить, наверное, первым делом. Такое деньги. Урод. Следующий магнемет. Зачем вам ядра? Слушай, а что-то как-то нас придолят. Надо огнемет градить. Ой. Блин, скоростные. Ой, сейчас разгонятся. Да вообще таких скоростей, они, да? Они не разгоняются. О, повезло. Я тоже думал, но я... Видимо, им нужна прям совсем прямая. Да-да-да, они вот они на входе разгоняются. Щиты! Щиты! Теслу срочно! Вот сюда надо её. На этот... Блин, я не успел. Следующая волна, нормально. А, следующая? Куда будешь пушку хреначить? Так, ну сюда Теслу по-любому. Это здесь идеальное место. Вот сюда, наверное, хочу. Давай. Чтобы она далеко доставала на поставки свои.
Так, Тесла готова. Тесла нет, Тесла не только по щитам хороша, она по области вроде хреначит, если правильно помню, да? Да, она сразу по области хреначит, тоже неплоха. Надо ее апгрейднуть сразу, наверное. Пошли. Так, а пушка есть. Плохо. Так, пока никто не прошел. Надо лазера грейдить, чтобы они жгли по кругу. Понимаешь. Ну слушай, они очень хорошо жгут. Сейчас Саш пушка сильнее будет, недалеко очень бьет. Да? Ну блин, Тесла не справится, наверное, с... Нужно больше Тесл. Да. Тут читы очень сильные. А лазеры не будут пробивать читы. Они вообще их не пробивают. Надо было грейдить сильнее Тесла. Куда еще может Теслу построить? А еще самое веселое, что, по-моему, щиты восстанавливают со временем. Что-то грустно. Ты что апгрейднул? А, пушку? Ну, пушку. Неправильно, да. Он сейчас может спасти. Быстрее, быстрее, быстрее! Проклятие, вытаскивается быстрее, чем убирается. О! А, ну слушай, почитай, они лохи полные. У них только щиты есть. Но зато лазера вообще не пробивают их. Боник. Ну, нормально. Нормально. Если чего, я ультану. Кстати, у тебя ульта есть. Ультани в башне, мне кажется. В пушку. Да норм. Да что у тебя ульта сколько кдэшится? Секунд 5? Да. Ультанул бы. 0 секунд. Мы проверим. Че, не подают на сцене выстрела? Они не подойдут, они умрут. Такие Теслы, наверное, грейданул до третьего уровня. А, хотя щитов больше нет. Что, наверное, огнемет лучше. А, нет, стоп. Враги с щитами. Ой, в смысле, не будет. Опять? Закара, это ты? Бриэл, это я. Я рад видеть, что ты выжил. Ты бафнул что-нибудь, нет? Я что, у меня все зависло. Да, я бафнул. Я сплэшем бафнул. А, сплэшем. А, ну значит надо просто залупить. Слушай, этот баф идеально подходит для тебя. Ты ж любишь... Нихрена, стоп. Насколько сильно ты бафнул? 5 минут. Я не знаю. Там прям нормально такой баф. Я увидел. Ну что, короткий, правда? Тесла надо бафнуть еще раз. Что ты говорил? Нет. А лазера? Сколько лазера стоит? Стоп. 400. Ну да, лазера до второго уровня прогрейдить по кругу, которая. Надо. Ой, пулемет ям грыжные. Ты урод. Пулемет тут самый бесполезный, я вообще не знаю, зачем их строить. В смысле, льма? Ну они просто ДПС вносят. А здесь ДПС не нужен, здесь лазер грейд. Посмотри, сколько лазер урона. 4500 урона, сколько твой пулемет нанес? 7000, ладно. 5. Ладно. Центральный был Т1 все это время. Ладно. Ой! Ты видишь, какие враги следующие идут? На 13-й волне. Ой. Ты знаешь, что это? Это сплэшит? Да, отдай мне деньги, я сейчас Теслу грейжу. Иначе нас просто распердалят люто. Наверное, даже еще одна Тесла нужна. Хотя, наверное, может она справится, если я грейжу вообще фул. Плюс он сплэш есть. Наверное, под ножку учтей. Да-да-да. Сколько стоит? 200? Дешево. Нимат хорошо жарит. Он тут не успевает сустав наложить. Тогда лазера не нужны пока. Чего? Щиты. Понял. Я бы еще одну пушку вот где-нибудь вот здесь построил. Слышишь, шат? Я опять все залагало. Да, Физ. Вижу. На подножке? Угу. Зачем на подножке? Можно и без подножки. Ну, на подножке, наверное, лучше. Вот я не уверен, что он будет сюда стрелять без подножки. Не достреливает. Значит, не буду подножку ставить. Не, если в круге, она может и не достреливать. Посмотрим. Там не нарисовано было. Так, в смысле? Если башня мешает... Нет, там все нормально, вроде пишется. Я не про дальность, а про... Там же еще надо учитывать этот. А он не пишется, не может? Не. Блин.
Почему пулемет стреляет в разные цели? Он что-то цель меняет каждую секунду. Вообще, кстати, все враги меняют цели каждую секунду. Все башни, точнее, меняют цели. Враги. Они прям не фокусят. О, не, надо Теслу ставить еще одну. Надо ставить еще одну Теслу. Слушай, я поставлю ее за место этой башни. Пулеметный. Слишком хорошее место. Слишком хорошее место. Твои лазеры убирай, сраные. Да, пушка сейчас должна их разобрать, наверное. Неприятные враги. На Теслу уже всех прибывает, надо просто прибывать еще на Теслу. Я, кстати, не уверен, а нужно ли еще больше одного огнемета? Имеет ли вообще смысл? Типа, один апгрейженный огнемет очень много дамажит. Что пулемет все просто в щепки щиты разносят. Да? Я думаю, наверное, у меня были проблемы с щитами, потому что я строю только лазер, да? Наверное. Они что, проливают? Ну пока хорошо идем. Ой, да я не вовремя грыжу башню. Какой ты дурак. Наверное, больше Тесл нужен. Нужно. Еще одну вот здесь, наверное, построить. Пушку можно апгрейднуть. Ой, что построил? Я случайно построил Теслу. Ну, наверное, не очень место. На пушку апгрейдить. Ой. Не стреляет наверх нормально. Между башнями. О, пробили. А, стоп, у Е щита одна хпшка? Я думал, он накладывает на всех щит. Не знаю, он восстанавливает его или нет. Там написано в нем, минутку. Может нести 3 дыра, щит довольно устойчив против тепловых атак. А! Щит довольно устойчив против тепловых атак. Действительно. Не, вроде не восстанавливается. Во всех, блин, играх лазеры не пробивают щит. Значит, надо Теслу поставить. Значит, туда апгрейдим вот эту Теслу еще одного уровня, наверное. Если они не восстанавливают щиты, то вообще проблем нет. Проходит как-то. Да пока не особо. Не особо. Или особо. Но не, они не выйдут оттуда. Нахрен Тесса стреляет по врагам, у которых нет щита. Зачем они это делают? Неужели там апгрейд нужно, чтобы они игнорировали этих уродов? Ой, что реально проходит. Ой. Ладно, я готовлюсь ультовать. И ты. И ультани, наверное, в вот сюда. Во все башни. Там по центру бей, по центру его линии лучше. Но уже поздно. Или нет, нет, ульту еще не поздно. Там волна еще идет. Ни хрена! Не, а, стоп, ну, они ваншотают, они буквально ваншотают. Да. Понял. Нормально, это нам сейчас все спасло. Так, надо что-то апгрейдить. Наверное, тест вот это. Ой, это ты огнемет поставил? Угу. Ну да, проверишь. Я в кино водил твои пососные эти. Ну, может быть, я их переоценил. Лазеры. Но они прикольные.
лазер делает. Ну вот, все. В принципе, у нас вообще даже проблем нет. Кстати, благодаря ульту, если бы не ультанул, то мы бы сейчас просто пососали нормально так. Идеальный тайминг. Не, наверное, две Тесла в одном месте вообще не имеет смысла. Они все хреначат в одну цель, обычно в это исцеление щитов уже после первого выстрела. У него сплэш есть. Да. Что-то, ну, слабенький объектив. Че по урону? Вот, надамажил он намного. 50 тысяч урона. А че пушка? 65. Ну, пушка огнемета. Она... Огнемет дамажит кучу, а куча огнемета дамажит. 60. Не, ну огнемет сильно обычно. Да, достать огнемет, а не имба. Да я просто думал, толпы врагов не будут доходить так далеко, поэтому и ставил лазер. Они почему-то проходят. Ну пофиг. Еще интересно, где-то почему? Лазер замедляет. Определенно замедляет. Только почему-то нигде не написано, что он замедляет. Количество щитов мне очень нравится. Тесла хренач! Успеет. Нормально. А, ну, ну слушай, количество Тесла у нас хватает вполне. Не успевается сломать. Ой, сейчас очень, очень жирная волна пойдет из щитовиков. Наверное, Теслу больше надо. Ну, либо пушку надо апгрейдить, как минимум. Сейчас не трать деньги, да я пушку апгрейдил. Что делаешь? Пулеметы? Не трачу деньги. Еще один огнемет? Зачем еще один огнемет? Причем зачем здесь? А что тебе мешало его построить вот здесь? Тебе места нет? По приколу. Не, понимаешь, ну типа забил бы все места. Нормально. И бессмысленно, ты один огнемет, у него ограничение. Он ограничение не передамажит. Не перестапит. Типа там все равно главный огнемет будет дамажить. Так пушку надо брейдить. Тихо. А, у пулемета рейндж не увеличивается. Не увеличивается пулемет рейндж. У пулемета? Не увеличивается у него, оказывается. Ну да, ну это логично. Просто логично. Так, ладно, я апгрейжу пушку. Так, готовь ульту, готовь ульту. Для минуты КД. А-а-а. Ну ладно, они не выйдут, не должны выйти. У нас, типа, да, нормально. Они тупые. Еще нет врагов, которые супер жирные, которых мы не можем убить. Те в основном мелкие. Я за игру так или не ультанул. Да я хоть куда-нибудь. А, стоп, еще волна! Стоп! Ты зевил? Я думал, это была последняя волна. Какой ты аутист. Ладно, грейдим Теслу. Ебана мать. А ладно, умрет. А, ну окей, это волна простенькая. Сколько я у лазера не видел максимум старков? Больше сотни или сотни? А, ну мы не узнаем, наверное. Почему он так переключается? Так он в смысле, он стаки накладывает. Поджога. Стаки поджога. Так он немножко накладывает. Ну да, он до 40 примерно. До 50. 50. А, он больше 50 не может вроде. Посмотрим. Не, может, может, может. Это саппорт пушка, все-таки, я думаю. Ну как огнемет, в принципе. Огнемет он урон будет много, но еще саппорт пушка называться. Он прощит от урона.
второе место по урону у него после пушки. We can help you. If you want to help us, then leave. At least we're alive, even if tree toast. Ostrich ramifications. But if you just leave, I'll help reprogram your orbital laser so it can provide additional resources when fired. How about that? We must honor her wishes and continue on to Planet Taket. This is her home world. Under no circumstances will we abandon the people here. She has a point, General Fletcher. Without the support of the population, this seems an unwise place to drop off our passengers. Hard to fight aliens, and the local humans, too. Nonsense! Maybe we've riled the aliens up, but better that than servitude for humanity. Лор. Ну, тут надо первое. О, мне что тебе дали, кстати? Мне ничего не дали. А мне дали грейд на Теслу, делает сильных противников в радиусе главным приоритетом. Имба. А, там видишь, есть верхняя, увеличивает урон против типов юнитов. Вторая, приоритеты, и еще три нижних. У тебя были что-нибудь из трех нижних слотов? Нет, я тут на урон. Ты все? Да.